Нету снизу зоны ранения, где я живу. Чувак, я тебе ничем не могу помочь. Если ты не понимаешь или не можешь прочитать просто, что там написано, то... Давай, чтобы было проще, вот ты скопируешь мне там первую строчку, скажешь, это значит вот это, вторую, третью и так далее. Ты можешь даже это не делать, ты можешь просто прочитать еще раз, там, что там написано, и ты все поймешь сам. Что за бред, чувак? Меня в задний каток пробили, я уже выбил бы кладку сразу. Отлично, ты 32 уже проехал. Вот, что-то я не понял, куда я его пробил, если честно. О, у него стоковая пушка. Просто выехать и убить. Зачем ты вот так вот делаешь, Сережа? Без наводчика, да?
Ну да, это такой, конечно, бой, и как бы вообще не... Да, как я вот ИСа 7 пробил так в башню, я вообще не понял. Ну там, видимо, сверху вниз залетело в крышу ему, но не только лишь всегда так удается. А, я же хотел сделать счетчик боев. На один тот же вопрос, что вот это такое, кто это сделал. Я вообще не понимаю, как меня светит. Зачем же сюда ЖТС-то приехал? Thank you.
Да, действительно было красиво. Они просто на меня внимание не обращают и едут там по своим делам. Просто два поджог за бой. Дела. Да, Яшка, конечно, вообще красиво все сделал. Ну, кстати, и пятый-то оказался статюгой. Хотя 68 на Хеллкэте, а на Е5 сколько? А на Е5 53. Да, конечно, такое это все. Слишком слабые ребята пока. Хотя я, наверное, уберу вот это дело. Просто оставлю вот так. Тогда я даже вот это уберу, зачем мне надо? Счетчик запрещен, Базил, ты чего? То же самое, что сказать, запрещен ли мой отображение текущей композиции, которая играется. Это понятно, что эти 100 боев надо не один присест сыграть, но я-то задрот, поэтому я их сыграю за один присест.
80 боев за ночь, а 100 боев. И до этого я еще 7 часов просто стримил. Ничего себе, я тут себе точку на стрелы сделал. Отлично, я промахнулся, как Алёша. А, и тут никого нет, чтобы меня спасти, значит, да? Каким образом у нас здесь умерло столько танков, а он все еще фуловый? Так, брат разбудит, сейчас вернусь. Как я могу столько играть? Ну так я же задрот. Что он делает? Почему он туда смотрит? Там же врагов нет. Враги сзади, чувак. Почему он смотрит вперед? Пока, демон 3-3. Немножко что это тебя потянуло на лирику?
вместо того, чтобы поехать убивать арту, чувак шотный поехал на ФВ-ху. Гениально. И что делает наш Т-49? Уже даже, наверное, 20. Да, 23. Зачем он здесь остался? Поехал бы в Беларту или еще что-нибудь? Что? Давай, убей его, пожалуйста, давай. Офигеть. Ну посмотрим. 89 хп то он должен быть снять. Ну да, вот если он его убил бы тогда с одного шота, это было вообще супер. Только хотел сказать, чувак, только не надо с ходу стрелять. Хотя бы чуть-чуть сведись. Просто чувак вообще на лету. Просто ковбой.
Привет, Мелик. Чувак, он же выстрелил. Что ты делаешь? Да, правильно, теперь дай ему перезарядиться и попробуй найти другую арту. Отличная идея. Мне кажется, сейчас будет полный провал. Нет, я, конечно, хочу, чтобы чувак стащил. Я в него верю, но... Ну, он просто теперь не успеет, у него минута осталась. Что вот он делает? Все просто не успеет. Все из-за того, что ему было лениво свестись вот первый выстрел. Просто невероятно. Да, что-то у меня всего 4300 получается. Не, ну у меня чуть больше, я думаю. В районе 4400 сейчас. Вот так вот, если что, меня не спрашивали по 10 миллионов раз.
зачем я выстрелил? Я же знал, что сейчас он все равно здесь. Только я. Да, но это вообще не зеленый. Нож последний просто жарит. Из Некрополиса AC/DC. Ну, что могу сказать, ребят? Просто 3 выстрела, не попал ему в ногу, да. Thank you.
Вот это да. Там Альбус Дамблдор играет у меня. Авада Кадавра. У меня опять какие-то дропы FPS-овские. Почему многих не стоит ример? Потому что ример стоит тем, кому он нужен. А тем, кому он не нужен, он не стоит. Все очень просто, чувак. Я, похоже, мехвода ему сломал. Как я первый раз не пробил? Five HP. Зато непонятно, как сейчас я его пробил. Стоп, а кто слезет? Чуваки все бросили и все.
чем делать поджог, я делал на 43. Вот если бы он попал, тот выстрел. Офигеть, ему еще кто-то гусеницу сбил. Остался шотенький у нас. А у них еще, смотрите, леопард хуловый. Кажется, конечно, зря я еду сюда так. Хоть арты и нету, но мне могут просто зергануть. Ну, у нас, ребят, смотрите, Е5 там тоже. Офигеть. Е5, хэвик. Все на местах.
все, это мега сейчас будет. Потому что никто меня здесь не спасет уже. Жесть какая, да как же так? Ну просто смотрите, парни сидят. Можно уже другую игру сыграть в любом случае, потому что так это было вроде 25-я. Нет, это уже 26-я. Опять куча профессионалов, которые советуют, как правильно делать. То есть то, что я поехал на стандартную позицию для тяжи, это значит, я упоролся, да? То есть не парни, которые на холмах там гуляют, а именно я. Красава. Пока ножка. Да, конечно, по-другому это просто жизнь. Ничего себе, тут сейчас он челпил попался. Нормально. Сразу бы укладку, да? А я вроде не пьян. Бой на E5 завершился поражением. Почему я не удивлен? Как еще может завершиться бой, в котором вся наша команда сидела на скале? А один байк взял и упоролся. Негодяй какой. Парням всю игру слил. Команда тащил, тащил, а байк просто. Броня не пробита. Есть пробитие. Thank you.
Черт, я же забыл совсем, зачем мне играть, я же не смогу тогда оценить, какая у меня средуха будет. Эх, ну ладно. Ну, хотя, в принципе, так понятно, что она не топовая. Он так спокойно, но... Пожар потушен. Броня не пробита. Можно ехать. Пробитие. Что там, мистер Хоббит, что? А, нет. Броня не пробита. О, давайте, крутите его, ребята. Кастет 44. От чего отнять урон? Как я ему средний урон? Мне же важен средний, а не общий. Класс. Ничего себе, этот чувак накидал больше всех. Ну, уже 4000 среду. Ну, отлично, потому что у меня последние два боя на E5 были очень классные. Вот наш взвод. Отличный, который почему-то решил не ехать.
Ну, сейчас уже 28. Да, 27. Тяжело что-то идет. Ну, на самом деле, как я и говорил, ребят, еще в самом начале, да, что... Мне довольно сложно будет задержать нормальный урок. Это я понимаю, ребята, топовая позиция для светляка. Я смогу я в 5К, не в этой жизни. Я не хочу дальше ехать. Я лучше объеду. Да, ну... Я вообще надеялся, что хотя бы там 4 с чем-то сделаю, но пока что-то вообще все очень плохо у меня идет, к сожалению. Кто же знал то, что я так плохо нахожусь, надо было чиниться и уезжать.
просто офигенно. Очередной классный бой на E5. Thank you.
Красава, я просто. Thank you.
Roll out.
Let's go!